Никополь. Никополь. Видим необходимую информацию, население, площадь и 154 доллара за квадратный метр всего лишь. Насколько вот сильно, опять же, показываю, отличается в одной Днепропетровской области, вроде бы города областного значения по населению, они, ну, сопоставимы где-то, да, и насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. Никополь, давайте уже в динамике посмотрим. Город Никополь, первый квартал, это июнь 2021 года, 150 долларов за квадратный метр социальное жилье. Дальше видим рост до декабря месяца, здесь уже 160 долларов за квадратный метр. То есть весь 2021 год мы наблюдали бурный рост по несколько процентов в месяц. Ну и с началом войны видим, как вот эта линия тренда начинает формироваться в нисходящую, то есть мы видим снижение стоимости квадратного метра ежеквартально. И 30 сентября 2022 года мы фиксируем стоимость квадратного метра 154 доллара за квадратный метр. То есть, напомню вам, в городе Никополе. Ну и